динозавры делать. Всем привет, привет. Действительно, сегодня мы будем с Костей делать животных. Вот такого вот динозавра, да, у нас есть. Не животных. Вот такого вот динозавра. Кто это у тебя? Тирекс. Тирекс. Вот такой вот интересный. Но делать мы его будем необычным способом, с помощью яичной скорлупы. Вот у нас ее много. И клея, да, Костя? А у нас сейчас динозавры вообще существуют? Живут они? Нет, сейчас их уже нету. Но зато у нас есть вот такие вот игрушки с Костиком, да? Вот. Как мы это все будем делать? Мы берем нашего динозавра и смазываем полностью его клеем. Маш, нам нужно его всего-всего хорошо-хорошо промазать клеем, чтобы он был полностью покрытый. Интересно, что у нас получится с тобой сегодня? Вот, хорошо, мы так все. Костя уже прям переборщил. Да. Так, если где-то будет подсохнет, мы еще добавим клей. Теперь мы берем наши скорлупки. Как их клеим? Так. Давай мы его чуть-чуть. Ну, подержи клей. Вот. И теперь что мы делаем? Уберем. И вот так, нет. Смотри. Мы берем и вот так вот. Вот так вот. Все, и оно у нас будет клеиться. Нам нужно обклеить полностью нашего динозавра. Чтобы места вообще не оставалось. Да? Ну и вот так мы будем полностью покрывать нашего динозаврика. Ну вот, в принципе, почти что у нас динозавр наш готов. Где-то примерно размер у нас это А4, да? Формата наш динозаврик. Его мы где-то минут за 10 управились, полностью его покрыли. Теперь нам нужно, чтобы чуть-чуть он подсох. Мы его положим под пресс, накроем бумагой, книга может придавим, да, и подождем, чтобы он выпрямился и высох. А потом мы уже будем его красить. Ну вот у нас дракончик подсох. Да, Костя? Вот такой вот он уже готовый. Сейчас мы его будем красить. Зеленым. Зеленым цветом красочки по чуть-чуть. Держу. Также у нас еще есть зеленый. Вот такие вот ручки. Да. Вот. Нам нужно его раскрасить полностью. Нет, давай сначала одним цветом раскрасим. Вот, молодец. Прям хорошо-хорошо нужно, чтобы наша вся скорлупа была прокрашена.
покажу. Нам понадобится горячий пистолет. Пистолетик. Как вот эти. Угу. Руку давай покрасим. Я покрасила. Да. А еще нам нужно будет сделать дракончику. Вот такие вот. Как они называются у дракончика? Шипы, да? Шипы. Да. Мы используем вот такие вот зерна, да? Как у птичек. Зерна. Они у нас, по-моему, от тыквы или от чего-то. Нет, от зерна птичек. Ну вот, в принципе, наш дракончик готовый. Он такой красивый. Нам останется нарисовать глазки, носик, ручки, ну и все остальные детальки сделать. Ну вот мы подрисовали нашего дракончика, животика мы сделали более желтого цвета. Сейчас мы нагрели горячий пистолет. Да, я с тобой буду. Да, давай, Костя, нажимай. Мы сейчас приклеим руку. Приклеим ее вот сюда. А как глазки? Ну, так глазки потом. Можно я тоже. Давай. Нажимай. Ну, можно я пистолетик. Молодец, все. Пистолетом можно пользоваться аккуратно. Да. И можно обжечься. Да. Вот. Мы наметили глазки, ротик, носик. Да? Сейчас мы будем прорисовывать детали уже. Мелкие, и тень будем прорисовывать, да, Костя? Да. Костя будет у нас прорисовывать вот такие зубки. Красным цветом. Зубки. Все, начинаем. Водичку надо. И чуть-чуть красочку, буквально капельку. Совсем чуть-чуть. Еще. Много не надо. И старайся не испачкать. Аккуратно нужно. Это у нас детальная прорисовка. Нам нужно чуть-чуть. Нет, не надо водичку. Чуть-чуть. Ой, это много набрал. Краски надо прям немножко. Сейчас мы прорисуем наши детальки. Глазки. Белым цветом. Потом голубым. Детали, тень. И сделаем окончательный наш вариант. Дорогие друзья, наш динозавр готов. Он такой красивый, замечательный, яркий получился. Вот. Нам теперь нужно сделать для него трон. Какой? Какой? Вот такой. Я взяла обычный картон бумажный. Из коробки, да. Коробки. Вот он довольно плотный,
чтобы наш дракончик вот, бумагу не помял, она не свернулась, и поэтому нам удобно будет рисовать фон наш на картоне. Ты будешь рисовать? Да, я буду рисовать, а ты потом приклеишь. Да, я. Да. Нам нужно сделать такой фон, более такой песчаный. На него горячий клей быстренько и приклеим. Давай я тебе помогу. Надо быстро клеить. Нажимай сильно. Аккуратно, под присмотром, и вот сюда давай, под присмотром, и вот сюда, кости. Да, я слосовый. Чешуя, семечки использовали от тыквы, да? Вот картон и гуашь. Вот такая веселая красивая поделка у нас получилась, скомбинированная, да, Костя? Да. Вот. Ну все, всем спасибо за внимание, всем творческих успехов, удачи и пока.